Все, камера снимает, снимать тебя, снимать тебя. Потому что суммы не видно, вот, ну так видно в дымке, вот. Вот так мы и там, каждый выходной приезжаем. Да я у Саши там не то, по России, давно прошли. Ну, он там у него с работой, что-то там ну, по бегу. Он по лету не разъезжает. Саша, он с кумом самый. Можно сказать, они самые основные закатерщики параболевизма с ума. Ну я его говорю, Саша, ты наркоман. Ты как без воздуха, без неба. Не... Обреченный человек, потерянный. Он небо. Ну виды красивые, правда? Ну захотелось это новых ощущений, то там еще что сейчас молодежь. Да, да. Ну как, дурака валять, не знаю, что попало. А ты ж пытаешься сидеть, я ну, да. Здоровый. Саша Половиковка, как мы говорим, один из первых директоров. Ну, с лесом, леса здорово твердая под ногами. А эти люди, оптимисты, промышленные оптимисты, я не знаю, как это было. Я люблю, чтобы под ногами на твердое. Назад экстрим делаем.
ощущение так, леганта. Бабочки в животе, я оттуда... Ну, попробовать надо, что ж. А то летал. Ну все, ладно, я попробую. Ну не боимся. То есть все под контролем, мы только полегочка, прогрузка. Продолжаем себя снимать, как я. Безопасности и ответственно что буду делать, то можно достичь успеха. Я же в 2008 году выиграл Кубок Украины. Начал летать в 99 году. О, ну на следующий день отъезжает. Надо разорвиться. Это можно не все сделать. Ну давай. Рука устает. Адреналин там выделяется. Да. Это своя зависимость, да. То же самое, как бы находит туда постоянно.
внимательность, бдительность, осторожность. Уже вот это такая точка. Совсем другая, конечно. Да, но...